Rixant 710046. Ультрафиолетовая антимоскитная лампа с радиусом действия до 80 метров. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется двумя трубчатыми лампами типа размера T8 и пользовательской инструкцией. Корпус лампы выполнен из пластика и алюминия. Габариты не превышают 39 на 27 см по длине и высоте, а ширина составляет 9 см. Вес устройства 1 кг 400 граммов с установленными лампами. Антимоскитная лампа Rixant – современное и эффективное средство для борьбы с москитами, мошками, мотыльками и другими летающими насекомыми. Принцип действия прост. Прибор излучает ультрафиолет и нагревается, тем самым имитирует млекопитающих животных и приманивает насекомых, которые получают смертельный удар током от металлической сетки под напряжением. Радиус действия лампы составляет до 80 квадратных метров, что делает ее оптимальным решением для использования на дачных верандах, в открытых ресторанах и даже в домашних условиях. Устройство питается от бытовой электросети на 220 вольт, а лампы потребляют по 10 ватт каждая. Отметим, что при этом всем лампа Rixant 710046 безопасна для человека. В то же время, так как данное устройство является электрическим приспособлением, оно требует соблюдения мер предосторожности. В частности, лампу нужно отключать, если она не используется, а еще не следует размещать ее под дождем. Также стоит следить за тем, чтобы цикл непрерывной работы не превышал более одной недели.